Многие знают, что мы на этой неделе ездили на операцию Абички. заседница операция на Ел. И слава Богу, все прошло хорошо. И слава на Бога, мне намного добрее. Бог усмотрел, что по операцию делал профессор. Бог и предусмотрел то, профессор да операцию. Чтобы все было сделано идеально. Абечка да будет героически выдержала все. Абигел всичко е издържала героически. И там медсестри и врачи поражались, насколько она после этого спокойна. И медицинските сестри и всички лекари э, бяха изненадани от това, колко спокойна тя беше. Что она не так, ну, периодически капризничал, но это были так моментами. В основном она была с собой, раз... разговаривала, смеялась. И на это слава Богу, что он действительно было видно, как, когда начинает что-то у нее болеть, отходить от операции, от наркоза, она начинает плакать. И слава на Бога, за что-то, когда-то сам видел, как и боли, когда у тебя започна до Излизают наркоза то. И мы начинали молиться, потому что там надо было ее определенное время держать лежа, чтобы она не двигалась. Там были и не подключены все провода. И не започех мы до да симолем, за что не требующие по, по одному времени да держим в определенном положении и тяда не морда, за что это им еще много различные системе. И нельзя было ее взять на руки успокоить, надо было вот ну, дистанционно ее как-то. И не мог да я взял на рацете, требовалось просто дистанционно так да я держу. И вот мы с Аней молились, и она просто в момент молитвы она успокаивалась. И с Аней мы молились, и в сущности в И Бог давал и нам э, успокоение. И Бог не давал и на нас успокоение. Потому что моментами хотелось так э, психануть так нервничал, что просто хотелось все переворачивать там. За что-то в определенные моменты, в кои на праву бейсен и скажти, куда хварлям. Ну Бог давал в этот же момент спокойствие. И в сорште момент Бог не давал спокойствие. И это желание пропадало. И твое желание минавало. И мы благополучно вот приехали. И северных мы благополучно. И когда приехали домой, вот по обечке словно ничего и не было. И северных в скажти, и на обечке всякошь ничего и не Вот она как была до этого веж веселым жизнерадостным ребенком. Как то бейши приди. Весело и жизнерадостно. И вот вернулись домой, и как будто ничего не изменилось. Как будто крышке, мы нигде и, и не были. Не вот. И за не это смейли. слава Богу, потому что и видно было Бог по ней, това, по виждаше, как Бог действует действительно в жизни. Как Бог действовал в животе. Просто это чудеса. чудеса. Аминь. Слава Богу.